Вашему ребенку требуется ортодонтическое лечение на брекет-системе? Посмотрите, как проходит весь процесс от первого визита до результата у нас в Dental Fantasy. Первым делом мы проводим точную диагностику, чтобы создать план лечения. Пока ребенок смотрит любимый фильм на потолке, мы проводим осмотр полости рта, затем делаем фото для оценки состояния прикуса и развития челюсти. Также все эти данные будут служить нашей отправной точкой, с которой мы сверимся в формате до-после, когда лечение будет закончено. Далее мы выполняем КТ-снимок на нашем ультрасовременном компьютерном томографе с минимальной лучевой нагрузкой, а затем сканируем зубные ряды пациента, чтобы получить 3D-модель челюстного аппарата ребенка и оценить смыкание зубов. Все эти данные внимательно исследует врач-ортодонт и составляет точный план лечения, где прописаны сроки и методика. Только после этого мы назначаем визит для фиксации брекет-системы. Фиксация брекетов для вашего ребенка пройдет максимально комфортно и безболезненно. А после нее ортодонт распишет индивидуальный график визита, и все дальнейшие осмотры у врача-ортодонта включены в стоимость. Также крайне важно защитить зубы ребенка от кариеса во время лечения, поэтому мы составим список рекомендаций, выдадим все необходимые средства и напомним, когда ребенку необходимо прийти на прием к гигиенисту. Лечение пройдет эффективно и точно поможет. Это доказывает наш опыт и вот такое вот большое портфолио с красивыми улыбками.